Всем хаюшки, с вами я, Александр, и у нас игра Golf All-Star. Значит, здесь мы сегодня собрались для чего? Для Хэллоуина. Призывы, будем тратить 4000 кристаллов, плюс будет еще один дополнительный призыв, и плюс еще будет бонус. Поэтому сегодня тратим мы на хэллоуинское обновление, и после чего будет еще, конечно, еще призывчик тоже по Хэллоуину, и еще почему-нибудь там. Вот, но сегодня только Хэллоуин, значит, сегодня Хэллоуин, сегодня будет настроение хорошее, сегодня все классно. Конечно, снимаю я уже после Хэллоуина, вот, но как-то вот так, короче, давайте не будем вникать, просто придем призывы, насладимся тем, что здесь выпадет, потому что игра чумовая, она просто офигенна, она просто шикарна, она дает такой офигенный дроп, это просто что-то. Вот, ребятки. Значит, тут золотые монетки, здесь призыв бойца, давайте сделаем бесплатный призывчик. Так, давайте отправляемся, бесплатный призыв, и оу-оу-оу-оу, что-то все зависло. не надо нам вылет из игры и еще что-то такое. Я не знаю, что-то синее, либо желтое, желтое свечение, все, видим, желтый куб, 4 звезды герой. Вот, давайте посмотрим, кто это у нас. 4 звезды, хорошо, так, что это у нас? Это он показывает тебе, что надо сейчас самое время поставить лайк под видео. А даже если есть два аккаунта, ставь с двух аккаунтов. Он тебе показывает, с двух аккаунтов ставь лайк прямо вот сейчас. Вот, и подпишись на канал, не забудь, конечно же. Значит так, пропустить мы это дело. Пропускаем. Вот, давайте, значит, убираем это его. И все. Значит, что у нас, бесплатных нет призывов, поэтапно мы сегодня не призываем, призываем Хэллоуин. Хэллоуин, да, как я тоже знал, как я хотел призвать. Они все такие здесь классные, блин, ребятки, ну это просто шикарно. Давайте сделаем по одному призыву, я не знаю, давайте одиночные билетики у нас есть, и требуется один, давайте по одному быстренько призываем. У меня 5 билетов получается одиночных. Значит, призываем, пропускаем, что у нас, синий, нет, желтый, давайте пропускаем, сразу не будем долго, так, Чан Кохан. Еще разочек. Тара-та-там. Так, кто у нас здесь? Так, летит. Давайте начнем вращать. Синее. Воу, не, синее это вообще Энди. Энди фигня. Но я имею в виду то, что 3 звезды это ни о чем. Так, что у нас здесь? Здесь падает у нас желтый куб. И здесь у нас Кларк. Душа выпадает Кварка, душа Кварка. Так, ну давай, с обычного. Дропни 5 звезд, пожалуйста, игра. Будем топово. Нет, 4 звезды опять выпадает нам, и Афина выпадает. Опять души. Так, последний билетик, главное нам не разогнаться. Оу, что-то прям так подзависло, ребятки. Ну, нет, вообще, по-моему, нет, желтый. Я думал, вообще синий выпадет. Да, взорвался. Но окей, опять какой-то боец, опять какой-то, не знаю. Ну, он не так сейчас делает. Ну, похоже. Значит, тут японец, тут, по-моему, Кайрис был. Неважно, так, давайте нажимаем окей. Здесь мы, короче, сделали, получается, вот эти 5 призывов бонусных. После чего сейчас мы начинаем призывать 5 по 10. 50 призывов, ребятки, 50 призывов Хэллоуина даже. 55 Хэллоуина призыв. А... чуметь. Поэтому ставь лайк прямо сейчас и подписка на канал, и тогда будет точно тебе выпадет в следующий раз по-любому топовый какой-нибудь классный хэллоуинский боец. А мы начинаем призывы и смотрим, что у нас выпадает. Поехали. Первая десяточка пошла, требует... Давай, сожмем кулачки, там скрестим пальчики на рожках, на ножках, на всем, что только возможно. Что у тебя есть, на том мы жмем. Красное свечение, красный куб, а это означает, что кто-то выпал 5 звезд. 5 звезд, ребятки. 2 в 5 звезд! Офигеть! 2 в 5 звезд! Обчуметь. Редкий. Я не помню этого дедка, ну, по-моему, нет. Ну, мужика, вернее, почему-то дедок. В неведении. Кто это? Да! Из Хэллоуинского обновления Шерми! Офигеть, ребята, это Шерми! Хэллоуин! Офигеть! Блин, шикарно-то как! Я, ребят, нажал скип! Хэллоуинская кукла выпала нам еще! Я нажал скип, я вот сейчас ее покажу вам. Блин, ну шикарно, блин! Я аж прям... Не знаю, я просто взял и нажал скип, если честно. Блин,
Я просто нечаянно это сделал. Но я был весь такой в азарте, такой, хобана, давай сделаем пропуск. 2 5-звездочных бойца за первый призыв, это просто что-то. Вот где так может быть в игре? Где такое может быть в игре? Давайте еще посмотрим, что у нас выпадет. Акула и Шерми, Хэллоуин. Ставим лайки, не забываем. Чем больше аккаунтов, тем больше лайков, тем больше подписок делаемся. Значит, что у нас? Еще раз 900 кристаллов предлагают нам. У нас есть скидка, то есть мы даже не 1000 тратим, мы тратим 900, ребятки. Давайте за 900 требуется. Да, я думаю, 1000 будет это стоить. Так, первый призыв, 2 5-звездочных. Что ждет нас здесь сейчас? Посмотрим. Нажимаем. Красный куб, опять красное свечение. И опять означает, что выпадает 5-звездочный герой. Один самый первый 5-звездочный. Кто это? Кто же у нас такой будет? Вайс выпадает. Вау. Она из Хэллоуина? Я чё-то не понимаю. Ну, Вайс у меня не было, и я счастлив вообще-то. Вайс это круто. Блин, ну это не из Хэллоуина, по-моему. Да, опять этот попой крутит тут нам на экране. Так, давайте это вот так, вот так, вот так, вот так. Быстренько взглянем. Все, всех послушали. Ну, Вайс выпало, выпало Вайс. Так, награда за расстояние. Дали нам один чего-то, миллион, да? Да, 1 миллион дали. Ну, неплохо, неплохо, кстати. Миллиончик мы получили. Так, еще раз. И у нас, блин, скидочка какая-то действует. Так, у нас новинка, да, выпала еще. Вот эта новинка. Офигеть. Ну, это не из Хэллоуина. Ну, окей, значит, тут только не только и Хэллоуин выпадает. И обычный тоже выпадает. Вот, 5-звездочный. Третий призыв. Смотрим, что у нас здесь. Поехали. Вращается, вращается. Желтые свечения, ребятки, желтые. Не, не повезло. Мистики не случилось. А, вот этот пацан первый раз падает, я его не помню. А, душа. Так, дедок, это было, это все вроде было. Ну, по-моему, тот первый раз выпал. Так, ладно, это быстро проскипали. А, да, новинка вот этот Чинь и Брайн новинка. Я не знаю, Брайна у меня не было. Так, давайте еще сделаем призыв. Что-то я куда-то далеко вывалился. 10, поехали. Поехали. Призываем. Так, у нас есть 2 бойца с Хэллоуина. И хотелось бы еще кого-то получить. Давайте призовем, посмотрим, кто. А, да, опять 5 звезд. Опять 5 звезд будет. Красный куб и... 2. Почему не 3? Было бы 3, вообще было шикарно. Порадуй меня еще. Ну, порадуй, кто ты? Кто ты? Проявляйся. Покажись. Вау! Мачуа! Хэллоуинская мачуа выпадает у нас. Офигеть! Мы с вами, походу, соберем всю коллекцию, блин, хэллоуинских девчонок. Мы устроим хэллоуинское пати потом. Нажимаем дальше. Я пропуски не буду нажимать. Все, хватит с пропусками. Не мани меня кнопкой. Я знаю, она меня манит. Я уже на нее посмотрел. Потом отдернул себя, сказал, фу-фу-фу, быть таким. Не надо пропускать. Так, хорошо. Так, сейчас должна быть еще кто-то. Или должен быть я. Опять она? Опять она выпадает. И мы сможем ее улучшить, прокачать. Мачуа, офигеть, еще разочек выпало. Вот это классно, ребятки, лайки, лайки от вас обязательно. Обязательно лайки. Вау, блин, офигеть, ребята, это просто нечто. Это просто жесть какая-то. Давайте еще разочек, последний разочек. Блин, у нас чуть-чуть не хватает кристаллов. 300 не хватает всего-то. Где 300 кристаллов взять? Ну еще будут призывы, ребята. Так, давайте последний. 5 звезд еще есть. Еще выпадет 5 звезд. Офигеть. Один есть 5-звездочный. Ну, у нас вообще просто сегодня офигенно падало. Так, супер редкий. Супер меткий. Не помню этого пацана, по-моему, первый раз падает. Есть. Хотя тут можно посмотреть по душам. Ну, окей. Души есть. Кто-то новенький. А, нет, это была, я просто скипнул тогда.
А, ну душа тоже хорошо. Ну, окей. Опять эта задница. Так, души падают, души. Все. Так, по... Награда за расстояние что-то мы получили. Хорошо, получили мы еще что-то здесь. Вот какие-то наградки, да. Ну ладно, давайте это мы попозже посмотрим. Нажимаем окей, у нас чуть-чуть не хватает. Прям вообще чуть-чуть не хватает. 300. Я не знаю, сможем ли где-то мы получить, заполучить или еще что-то мы. Вот. Конечно, мы еще попризываем, но это будет в следующий раз. Давайте посмотрим, что мы можем вообще сделать из этого. Значит так, заходим прежде всего вот сюда. Смотрим, что мы, может, какие-то награды получили, еще что-то. Вот, секретный магазин точно нам не даст. Форум тоже вряд ли что-то нам даст. Давайте посмотрим, что мы здесь получили. Получить все. Нет. 80 кристаллов есть, бойцы. Но этого мало. 90 кристаллов есть, но этого мало. Блин, остается совсем чуть-чуть еще до одного призыва. Ребята, где натянуть, дотянуть все это дело? Офигеть. Так, закрываем все это, смотрим, что еще может быть. Здесь у нас всякое такое. Ладно, давайте сделаем сейчас, посмотрим призывы. Блин, вообще 7 кристаллов не хватает. 7! А, 7 кристаллов! Нет, нет, не 7, 107, 107! Повторяем дубль 2. Блин, так, что-то у меня призыв-то горит. А что у меня призыв-то горит? Погоди. Новый. А, билеты призыва там. Ну, давайте попробуем билеты призыва, посмотрим, что у нас здесь падает быстренько. Капсулы. Так, окей. Что у нас здесь? Пропускаем все это дело, скипаем. Быстро-быстро сейчас с вами это дело проскипаем. Оу, сколько... Оу. Я буду улучшать своих героев. Так, давайте быстренько вот так вот сделаем. Пропустить. И еще что-то капсулу нападало нам. Офигеть, сколько я буду качаться. Я сейчас буду просто качаться, нереально. Так, пропускаем. Да, что так много-то? Это в каждом ящике по столько капсул? Да ладно. А чё так много-то? Не, ну я не против теории, да? Ну, блин, их очень много. Ладно, давайте я сейчас это не буду при вас призывать, потому что это очень долго и это неинтересно. Так, здесь ящик с душами стихии. Что здесь падает? Души стихии. Мы выбираем либо то, либо сё. Вот, я, короче, это дело посмотрю, пока не буду это дело брать. Так, дальше ящик с квадратными ядрами. Здесь тоже мы пока не будем призывать. Здесь радужным материалом использовать количество 10. Ну, давайте сделаем, если есть десяточка, давайте пропустим, быстренько сделаем 10. Хорошо, получили. Вот, окей. Души квадратные отоставим, значит, это тоже оставим. Билет призыва предметов. А давайте используем 2, посмотрим, что у нас здесь выпадает. Призывы предметов пропустить. А, опять какие-то капсулы. Окей, капсулы. Ну, это хорошо, это улучшение, это прокачка, все дела. Так, квадратные ядра нет, шестиугольные ядра, ладно, пропустим. Случайные души стихии 10. Давайте попробуем случайная душа стихии 10 из 10, поехали. Душа. Что у нас кто? Души, хорошо, выпали, ладно, забрали, душа стихии забрали. Дальше что у нас? Это пропускаем. Билет призыв бойца 4, мало. Боевой карты 4, есть. Призыв бойца жуткий и страшный, давайте попробуем... Попробуем. Вот это сделать 4. Давайте посмотрим, что у нас выпадет. Так. Подключение и... И, давай, игра, ну что... что-то игра прям реально зависла. Так, смотрим. Давайте хотя бы посмотрим анимацию, что у нас выпадает. Синяя карта. 3 желтых и 1 синяя. Так, давайте, я жму. Супер редкая, отлично. Супер редкая уже была такая малышка у нас где-то. Супер редкая просто. Да, да, все, хватит. Супер редкими хватит. Карты получили, и давайте попробуем, наверное, все-таки с героями то же самое сделать. Где у нас 4? Давайте используем сразу 4. Окей, жмем. Ну, выпади 5-звездочный, выпади 5-звездочный, выпади 5-звездочный, выпади 5-звездочный, выпади 5-звездочный, 5-звездочный, выпади, выпади 5-звездочный герой. 5-звездочный выпади. Нет, 4 звезды выпадают. Давайте я нажму пропуск и посмотрим, что у нас здесь есть. Так, 4 звезды, вот они, и мы получаем души. Окей. Так, значит, здесь мы это все прошли, здесь мы это сделали. Здесь у нас какие-то тикеты есть, призыв карты с выбором, гарантированной 5-звездочной карты. Давайте используем 5-звездочную карту. Посмотрим, что у нас выпадет. 5 звезд карта. На кого? На кого? На Шерми бы выпал. Так, кто? Красная карта, кто? Кто, ребятки? Кто это был? Погоди, я что-то это пропустил. Это кто?
А Анхель? Анхель? Это кто это? Только победа волнует. Лайк поставь. Я не знаю, кто это, Анхель. Блин, я проскипал. Ладно, блин, ну класс, класс. Давайте тикеты, тикеты, тикеты. Здесь у нас выбором голодные волки. Я не знаю, откуда я. Я за какие-то квесты все это получил, ребятки, поэтому... Блин, ну это круто, игра радует, вот сейчас в самом начале, это просто самый азарт как раз открывается, это вращается, она просто... Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Желтая, да, короче, окей. Так, здесь супер редкая выпадает, окейушки, ладно, пропускаем, я думаю, что-то будет поинтереснее, это комплект выпадает. Так, здесь что у нас? Здесь у нас одна в наличии. Давайте тоже откроем, посмотрим, что у нас здесь будет. Так, жмем. Желтый куб, желтое свечение тоже. Желтое что-то, желтые. 4 звезды. А, дедок выпадает, души дедка. Я думал, что-то поинтереснее выпадет. Но окей, ладно, дедок так дедок. Так, что еще у нас? Хэллоуин, жуткий страшный. Билет жуткий страшный, 5 штук. Давайте число 5 используем. Поехали, нажимаем. Будем надеяться, что сейчас что-то 5 звезд выпадет, 5 звезд выпадет игра. Ну, дропни, 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 5 звезд, дропни, пожалуйста, 5 звезд что-нибудь, дай мне 5 звезд, дай, пожалуйста, 5 звезд что-нибудь игра. Красный такой просто, яркий красный, желтый выпадает, желтые. Окей. Так, редкая, редкая, суперская, редкая, редкая, супер редкая. Но это все комплектация, это все комплекты, параметры комплекты, параметры комплекты. Хорошо, окей. Пойдет. Жуткий страшный позволяет случайным образом получить одного бойца из призываемого состава серии Жуткий страшный. Давайте посмотрим, что у нас здесь выпадает. Это, наверное, последнее, что мы можем сегодня посмотреть. Так, смотрим, что у нас. Давай, поехали. Жуткий страшный. Страшно жуткий. Желтое что-то, что-то желтое. А почему жуткий страшный желтый? Я думаю, что красный. Красный жуткий страшный. Душа 40, Сие консол, окей. Ну, что-то прям так писали, что прям жуткий, страшный, я думаю, там будет что-то. Вау! В конце концов, что-то как не вау. Так, кстати, у нас еще есть призывы билетов. Призывы билетов. О, бесплатно, давайте сейчас по билетикам быстренько еще пробежимся. Так, что у нас здесь? Что-то синенькое, да, синенькое выпадает. Давай я пропуск нажму. 3 звезды параметр. Хорошо, ладно, пусть будет. Далее, значит, окей. Окей, и смотрим, что у нас дружественный призыв. 2000 мы можем, кстати, это дело сделать. И мы можем сделать еще следующее. Вот здесь вот призвать за билетики, за тикеты. А у меня 2 билетика, давайте попробуем, по крайней мере. Может, вдруг что-то и повезет, и выпадет что-то хэллоуинское, классное, крутое. Нажимаем пропускать. Комплект 3 звезды. Окей, еще раз жмем. И... Давай что-нибудь желтенькое хотя бы. Красненькое. Красненькое давай, красненькое не жмоться. Желтое дает, что у нас? Супер редкое, 4 звезды. Вот так вот. Вот как-то вот так. 100 кристальчиков, 100 кристальчиков, я не знаю, где взять 100 кристальчиков. 107, блин, 107 не хватает кристаллов нам с тобой. Я даже не знаю, за вход сегодня что-то там, по-моему, дали кристальчики, но это прям мало. Магазин не продает кристаллы, магазин только тратит кристаллы. Это не очень хорошо, это не очень классно, не очень шикарно. Что у нас здесь, если мы сможем добить, да, что у нас 40-80, а нам надо 110, 379. Нет. 40 рубинов, 40-40. Распродажа 40-41. 40-40, 80, это мало. Это очень мало. Очень мало. Очень-очень-очень мало. Не хватает, ладно, не будем замудряться. Все это дело мы накопим. Все это дело мы призовем. Немножко нам не хватает кристальчиков. Кстати, получить бойцов 71 из 80. А где я еще бойцов-то получу? И вот как раз бы вот эти 100 кристальчиков бы мне очень не помешали. Что еще может быть? Нормально. Так, ну это тут помалу дают. 50 тут может быть дадут. С рангом 6-10, это как бы все такое. Вот. Вот, бойцов не хватает нам, блин. Вот, поэтому, ребятки, на сегодня это все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, не забывайте подписаться на канал, и будет вам удача. На сегодня это все, ребятки, всем хорошего настроения, всем пока-пока.